кто-то спросил, есть ли орден Путина. Да, у Путина есть награды. Если хотите, зачитаю полный список. Награды. Какие знаки отличия есть у президента Российской Федерации? Все награды можно условно разделить на 4 типа. Это государственные награды, запятая, премии, запятая, медали почетного гражданина и воинские звания с классным чином. В свою очередь, государственные награды президента России можно изначально разделить на советские и российские, а также зарубежные, а затем уже на ведомственные, запятая, религиозные, запятая, общественные, запятая, извините, академические, в скобочках, которые тоже делятся на отечественные, зарубежные и спортивные. В целом, у президента Российской Федерации, фамилию которого вы знаете, я не буду озвучивать, более 70 знаков отличия. Нифига себе. Я вот тоже всю жизнь старался, у меня гораздо меньше. Значит, полный список наград, далее идет фамилия, имя, отчество. Государственный, советский знак почета. Советская награда, у него всего одна, знак почета. Далее идут российские, государственные. За заслуги перед Республикой Дагестан. Бронзовая медаль за заслуги Национальной народной армии ГДР. Интересно. Орден Хо Ши Мина. Напоминаю, это российские государственные награды. Золотая медаль парламента Греции. Дальше, я могу ошибиться, прошу меня извинить. Значит, награда называется Алтын Кыран. Дальше идет Большой крест Ордена Почетного Легиона. Золотые медали Сената и Конгресса генеральных кортесов. Орден короля Абдель-Азиза. Далее, орден... Орден Исмаили Самани первой степени. Далее, государственные зарубежные награды и знаки отличия. Орден Заида. Буюк Хизмалтары Учун. Заранее прошу прощения. Саксонский орден благодарности. Орден драгоценного жезла жемчугом. Большая цепь Республики Сербия. Орден дружбы народов. Большой крест ордена Святого Карла. Ё-моё. Далее. Хосе Марти. Далее, зарубежная памятная медаль в честь 75-летия победы на Халхин-Голе. Далее идет список ведомственные награды и отличия. Значит, медали за безупречную службу КГБ СССР 2 и 3 степени. Памятная медаль ведомственная участнику марш-броска 12 июня 1999 года Босния-Косово. И ведомственная награда, памятная медаль А.М. Горчакова. Далее идут религиозные ордена. Их тоже немало. Святого равноапостольного великого князя Владимира первой степени. Орден Святой Царь Борис. Орден Шейх Уль Ислам. Орден Славы и Чести. Орден преподобного Сергия Радонежского первой степени. Орден Святого Саввы первой степени. Также у него есть общественные медали. Это медаль спасения и медаль российско-киргизской дружбы. Академический почетный член Российской академии художеств. Но это для меня вообще загадка. Почетный доктор Российской военно-медицинской академии. Далее идут российские.
член ученого совета юридического факультета Санкт-Петербургского университета, профессор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, доктор университета имени Дж.Неру, доктор права Туркменского государственного университета, доктор Афинского университета. Далее идут зарубежные академические, я так понимаю, доктор Ереванского государственного университета, доктор Бакинского славянского университета, доктор Белградского университета. Далее идут спортивные, я так понимаю, регалии, титул спортивный лидер мира, мастер спорта СССР по дзюдо и самбо, зарубежный тренер России по самбо, обладатель 5-го дана, Кекусинкай, обладатель 8-го дана дзюдо Международной федеральной федерации дзюдо, обладатель 9-го дана Годзюрю, орден Международной федерации плавания. Далее идет список премий. Значит, он имеет премию. Лауреат национальной премии имени Петра Великого. Далее идет премия за выдающуюся деятельность по укреплению единства православных народов. Премия Союза журналистов в Москву за открытость прессе с формулировкой «за искреннее стремление донести до каждого россиянина проводимые государством реформы». Далее идет премия «Человек года 2004» в номинации «Государственная и политическая деятельность». Далее идет премия Андрея Первозванного «За веру и верность». Человек года 2007 года по версии журнала Time. Далее идет премия «Лидер рейтинга самые влиятельные люди мира» по версии журнала. Далее по-английски или по-немецки, не понял. Vanity или Vanity Fair, непонятно мне. Лауреат престижной немецкой политической премии «Квадрига». Далее идет китайская премия мира имени Конфуция. Далее идет премия Всероссийского русского народного собора. Далее идет премия звания «Человек года 2013 года» от Русского биографического института за укрепление позиций России на международной арене и исключительный вклад в регулирование сирийского конфликта. Далее идут звания почетного гражданина. Он имеет звание почетного гражданина Санкт-Петербурга, Республики Крым. Российский. Он имеет почетное звание Казани, почетное звание гражданина Астрахани, Сартовалы, Самбора, Вбраса, Лозницы, зарубежные, в скобочках, Сербия, Рашки, город или Рашки, Апатина, Пожереваца, я так понимаю, Сербия, и Косово, и Метохии. И заканчивается список воинские звания и классные чины. Полковник государственной безопасности запаса и действительный государственный советник Российской Федерации первого класса. Извините, что так долго. Спасибо за внимание. Еще знак ГТО на груди у него. Да, добрый вечер, канал. Пока Женя зачитывал все эти регалии, раз 8 хотелось нажать на кнопку «Перебить». Совесть не позволила, только из уважения к человеку, который зачитывал. Очень хочется задать вопрос. У него там нет случайной медали за развал собственной страны и за уничтожение собственного народа? Что-то я про нее не услышала. И очень мне понравились, да, награды именно за религию и за плавание. Плавает, как водится у нас, одно. Вот. И оно, как всегда, не тонет. А
я, ребят, думаю одно. С такими наградами, достоинствами на свободе странно как-то. Ребят, я, конечно, честно, все награды не смогла запомнить, потому что, скажем так, практически на русском языке там ничего не услышала. Вот, но это что-то с чем-то. Я так понимаю, дипломы куплены в московских переходах? Да уж, было бы смешно, если бы не было так грустно.